IBM объявила о глобальном блокчейн-сотрудничестве. Как сообщается на официальном сайте IBM, в консорциум входят 10 ведущих компаний в международной цепочке поставок продовольствия. Консорциум включает в себя Dole, Driscoll's, Golden Steak Foods, Kroger, McCormick & Company, McLane Company, Nestle, Tyson Foods, Unilever и Walmart. Технологию будут использовать для отслеживания этапов производства и обеспечения безопасности цепочки поставок продовольствия. Например, Walmart использует блокчейн-технологию IBM для отслеживания этапов производства уже с октября прошлого года. Новая разработка IBM должна оказать позитивное влияние на общее качество продукции.